Бразилию ждет второй тур президентских выборов. Бывший глава государства Луис Лула да Силва по опросам мог победить уже в первом туре, но ему не хватило 2%. Действующий президент Жаир Болсонару уступил ему 4%, но выступил гораздо лучше, чем предполагали социологи. Его противники опасаются, что в случае поражения во втором туре он может объявить результаты сфальсифицированными и устроить переворот. Вместо политических противников у нас теперь политические враги, и эта вражда будет усиливаться. Второй аспект заключается в том, что Болсонару избрал многих бывших министров и сделал Конгресс крайне правым. Таким образом, это вызывает больше подозрений у его сторонников, которые говорят: «О, как странно, что Болсонару собрал так много людей в Конгрессе и все равно не выиграл первый тур». Так что эта теория фальсификации на выборах приобретает еще больше сторонников в Бразилии. За этих двух кандидатов проголосовали более 90% бразильцев, так что пространства для маневра остается немного. Вероятность того, что часть голосов тех, кто сомневается, за кого голосовать, все-таки достанется Луле, выше. Но опять же, за Болсонару голосует такое большое количество людей, которые не объявляют об этом, что я предполагаю, что политологам во всем мире придется молча сидеть и наблюдать. Становится очень трудно сказать, кто победит на этих выборах. Второй тур выборов назначен на 30 октября. Теперь бразильцев ожидают еще 4 недели неизвестности в разделенном на две части обществе.